Во время торжеств в честь прославления в лике святых Серафима Саровского в Сарове в 1903 году император Николай II и его супруга Александра Федоровна разместились в здании монастыря, который сейчас называют Царским дворцом. После визита государя здесь открыли музей и повесили памятную доску в честь его пребывания в Саровском монастыре. Фрагменты этой доски обнаружили только в 2018 году во время археологических раскопок на месте храма в честь иконы Богоматери «Живоносный источник». Было принято решение о установлении этой таблички. Прежде всего, нужно было восстановить текст на утраченных фрагментах. И мы обратились за помощью к историкам нашего объединения «Саровская пустынь», которые нам в этом помогли. Над восстановлением мемориальной доски провели большую работу. Воссоздали текст, стиль и размер написания букв. В этом помогали мастера московской фирмы «Возрождение», которые изготовили доску и сделали текстовую гравировку. Завершающие работы провели художники Саровской иконописной мастерской «Лики». В некоторое время она находилась у нас в духовно-научном центре, в нашем музее. И вот было принято решение ее установить на фасад здания Царского дворца, где и останавливались в 1903 году император с некоторыми членами царской семьи. Найденные фрагменты мемориальной доски на территории Саровского монастыря сейчас находятся в Москве. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.